Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, забегаем быстренько с тобой в магазин и открываем колоду. И нам здесь опять ничего не достается, 5 долларов только. Так, задание выполнили. Дальше у нас идут бои и серию испытаний. Ну что ж, быстренько с тобой пробежимся. Раз, два, три, четыре, пять. Попробуем на этой неделе еще разок пройти полностью, как говорится, вот это вот другое измерение, да, и получить полностью все сундучки. Надеюсь, на этот раз у нас получится, и мы никого не потеряем. Так, тихо, начнем, наверное, мы, да, в принципе, тут с любого можно начинать, хоть с кланфутовса, хоть с маузера. Особой роли здесь они не играют. Так, завалили. Сегодня пойдем, кстати, проходить испытание на Донателло, и нам нужно будет с тобой добыть одно ДНК для того, чтобы прокачать классического Дони. Я вот, правда, не помню, хватит ли у нас сюрикена или мутаген там нужен. В общем, когда мы насобираем, мы с тобой посмотрим, что там нужно. Так, я, наверное, здесь все-таки применю массовую атаку от Усаги. Пускай он тут всех забомбит. Так, постепенный урон только на Бибопа упал. Так, нам, наверное, нужно его будет добить. Давай, Лео, отлично. Так, Рокстеди, попробуем постепеночку повесить. Оу, не получилось, а если так? Вторая атака, и да. Ну что, прошли с тобой мы это испытание. Соответственно, получаем награду и пойдем искать сейчас на Донателло. Ой, там же очень много чего нам нужно искать для того, чтобы повысить до 5-й ступени, по-моему, да? Бейсбольная бомба будет 5-й ступень. Так, тихо, подожди, давай-ка посмотрим. Может быть, я ошибаюсь. Да, друзья мои, до 5-й ступени будем прокачивать. И здесь, ага, один джойстик нам нужен. Окей, джойстики мы с тобой собрали. Что нам нужно дальше? Блин, силовые ячейки крэнгов. Ладно, давай попытаем удачу. Так, одну нашли. Это хорошо. И дальше у нас выпадают одни микроскопы. Ну все, пошло-поехало, да? Нет, вторую ячейку выбили мы с тобой. Третья. Пошло, кажется, дело. Четвертая, вау. Так, микроскоп. Это ерунда. Опять микроскоп. Да что ж ты будешь делать, а? Так, силовая ячейка крэнгов. Так, мы выполнили задание, поэтому давай забирать награды. Поднять уровень персонажа. У нас с тобой, кстати, 35 тысяч мутагена. И я, знаешь, что хочу сделать? Я, наверное, пропою Рафаэля. Опачки, 87 уровень. Так, нам нужно с тобой 24 200 мутагена, чтобы перевести его на 88 уровень. В принципе, это реально накопить. Причем мы сегодня пойдем еще на арену. Там немножечко заработаем. Ну, в принципе, пока и все. Осколки я, друзья мои, все здесь выбил, как видите, да? Все прошел, все получил. И мы отправляемся на турнирную арену. Я нахожусь в Лиге Самураев. Ранг 32. Все-таки, как я и говорил, меня сбросят. Но нам надо будет обратно с тобой подниматься. Так, будем брать Наталью. И тут уже 50 уровни. Ну, значит, смело можно будет брать 45-х. Раз, два, три, четыре. Ну, естественно, через Леонардо все это будем делать. Хотя, подожди. Нет, все-таки Леонардо. Давай возьмем. У нас с тобой все равно есть 5 откатов. То есть 5 игр мы спокойненько можем отыграть именно слабыми персонажами. Ну что, мы готовы? Поехали. Сейчас они все упадут сразу же. Это самый быстрый бой, как говорится. Ну что, и посмотрим заодно, куда мы с тобой переместимся. Нам нужно сегодня попытаться подняться, ну хотя бы до сёгунов 3 звезды. Это было бы вообще идеально. Так, дальше выбираем кого? Либо Катлуна, либо Габи. Ну я возьму, наверное, Габи, потому что он по уровню будет слабее. Так, забираем с тобой обратно Леонардо. Так, Донни, подожди пока, не надо лезти. Раз, два, три, три, четыре. Так, тут полтинчик, да? Крис Брэдфорд. Ну, в принципе, ребят, ничего страшного. Все равно Леонардо их всех сможет победить.
Причем с одной вертушки. А так как он ходит у нас первый, соответственно, быстрая победа. Нормуль. Так, и мы с тобой сейчас попадаем куда? Ну, в Сёгуна, естественно. Сёгуна одна звезда. И это только начало. 78-я позиция. Да, а вот теперь я задумался, сможем ли мы перейти. Хватит ли нам героев, а? Ну ладно, будем стараться. Кристен, Джон и Максим. Кого будем брать? Все с одинаковыми кубками. Я думаю, наверное, Максима. Мне кажется, он будет слабее. Ладно. Так, опять. Теперь Бакстер Стокман лезет, а? Чтоб его. Лапекс — слабый персонаж. Так, Микеланджело, Леонардо и Супер Шреддер. А что я на самом деле смотрю-то? У нас же Леонардо есть. Тут можно вообще любых без разбора брать. Даже хотя бы и 40-х уровней, даже 35-е. Все равно Леонардо здесь будет первым ходить и, соответственно, будет побеждать. Но зато потом я не смогу отыграть 40-е уровни. Поэтому будем как идет у нас, так и будем проходить. Ну что, друзья мои, 50-я позиция. Дайте, пожалуйста, мне. Ага, 52-я. Тоже неплохо. И здесь опять же все абсолютно одинаковое, но слабый получается у нас тут Фарух. Поэтому начнем с него. Фарух, опять же я смотрю, здесь 50 уровень максимальный. А мы, ребята, уже с вами дошли до полтинников. Поэтому я думаю, на следующем ходу, если опять будут 50 уровней, Леонардо можно будет уже не брать, наверное, да? Попробуем своими силенками справиться. Иначе тут слишком все легко и просто, а нам, как говорится, нужно и хлеба, и зрелищ, да? Мы должны смотреть. Так, дайте мне 30-е место и... Оу, 27-е, шикарно. Ну что же, вот, в принципе, ребята, и полтиннички у нас вот тут. Будем с тобой брать Ивана, хотя нам нужно кубков побольше. Но я попробую все-таки сыграть. Слушай-ка, но здесь опасность есть. Причем довольно большая, поэтому помимо вот этих троих я возьму сюда Ваньку и нашего тигра Шархана. Пускай он будет бомбить. Ванюшка будет пулеметную дробь делать, а тигр свой массовый выстрел. Ну, попробуем. Нам нужно с тобой как можно быстрее уничтожить Донателло. Иначе он опять всю компанию захилит и все вот эти вот наши массовые суперудары. Блин. Ну чтоб тебе, вот сейчас будет тут жесть по ходу дела. Так, Рокстеди, да, собирается у нас ходить? Ну-ка попробуем. Не помогло, хиляться, я думаю, пока не стоит. Может быть, Веер бросить? Не добили. Ну-ка, Ванька, давай, хорош на них любоваться. Так, Рокстеди упал. Ага, шар выпустил. Так, Эйприл. Эйприл в опасности у нас на самом деле. По здоровью, сам смотри. Мы можем хильнуться с тобой. Давай-ка, наверное, хил сделаем. Шикарно. Добиваем Майки. Также добиваем, наверное, с тобой Донателло. Отлично. И Донни ролевой тоже должен упасть. Ах ты, выжил. Но ненадолго. Ну что, ребятушки, как видите, идеальная у нас победа. Я думаю, что сейчас у нас где-нибудь будет позиция 5-7. Оу, мы даже в Сёгун залетели. Я думал, где-то 5-7 будет позиция, но мы с тобой уже в Лиге Сёгунов 2 звезды. Правда, сотый, как говорится, сотое место. Сейчас будем дальше с тобой продвигаться. Так, кубки у всех одинаковые. Давай смотреть уровень. И Максимка здесь будет слабее. Так, я опять же пока Леонардо брать не буду. А попробуем с тобой все-таки отыграть еще полтиннички. Но надо будет его брать, например, с Тимати и нейтрализатор. Хочу сделать как? Тимати поставить в провокацию, да? Ханам сделать дебаф массовый. Блин, у них Донателло есть. И Бакстер Стокман. Про него тоже не стоит забывать. Ну что, берем с тобой провокацию на Тимати. Отлично, и теперь будем применять свои массовые атаки. А у нас их... Воу-воу-воу, тихо. Так, ну у нас есть морозильная кошка, если что, она нас хильнет. Давай, родная моя.
поработай на благо команды. Отлично. Теперь массовая атака от нейтрализатора. Вау. Так, и мутагеноид тоже сделает. Да хорош. Ты смотри, что они вытворяют. Ну-ка. Так, ну хотя бы так. Блин, опасно, ребята. Сплинтер у нас имеет контратаку. Так, нам, наверное, надо его именно завалить. Нет, лучше Донателло, потому что он может хильнуть. Да чтоб тебя. Блин, Тимати тут еще у нас под ударом. Надо Рафаэля валить. Есть, шикарно. Теперь Донни. Блин, у нас же этот еще кабан. А, он делает иммунитет, ладно. Это не страшно. А вот теперь что сделать? Ускорим команду, наверное, да? Замечательно. И попробуем завалить сплинтера. Может, батарангами этими? Давай попробуем так. Шикарно. И уничтожаем с тобой. Наверное. Нет, не вышло от Тимати. Фух, друзья мои, блин. Очень было опасно сейчас на самом деле. Ну, ты видел, сколько здоровья у моих персонажей было. Хорошо, что Тимати выдержал, да? Он все-таки простоял до конца в уверенной своей стоечке. Молодец. Не поддался, как говорится, на провокацию и спас практически всю нашу команду от провала. Ну что, 76-я позиция у нас. Отлично, у нас два откатика. Специально держу их для Леонардо. Здесь кого будем с тобой брать? Я думаю, наверное, будем вот этого вот паренька лопоухого, да? No name. Хотя Кристен нам нужна. Мы же за кубками с вами бежим. Ладно, фиг с ним. Давай возьмем Кристен, отыграем с тобой Леонардо. И заодно вот этих вот полтинничков, да? Я думаю, что они все должны упасть, в принципе. Если кто-то выживет, ну, надеюсь, мои ребята добьют. Ну, давай, Лео, не подведи, родной. Как всегда, сделай. Да. Он все сделал на 100%. Как видишь, всех подбили. И мы с тобой будем дальше повышаться. Посмотрим, куда мы сейчас приземлимся. Где-то 50-й, может быть. Во, 54-й. Да, 54-е место у нас. Один всего лишь откатик у нас. И опять Наталья здесь. Ну, нам нужен Джон. Ну, кстати, тут уже 61 уровень. Это очень и очень опасно, я тебе скажу. Раз, два, три, четыре. Если мы с тобой сфейлимся. Ну, сфейлимся я имею в виду в плане того, что если Леонардо их всех не подобьет, боюсь, вот эти ребята не справятся. Но я рискну. Я все-таки верю в нашего Лео. Я верю в его мощь. Ну-ка, прояви, пожалуйста. Упс. Что будем делать, друзья мои, что будем делать? Может быть, бросить баллончик или просто скейтом его ударить? Давай баллончик брошу. Это было плохо, а так если? Фух. Слава богу, Бибоп все-таки его подбил. Ну, он мог, конечно, вот, например, Кирби. Может быть, конечно, не сразу его уничтожить, но нанести очень много урона. Так, друзья мои, ну я вам скажу вам одно. Всего 3 звезды мы сегодня 100% попадем. Потому что у нас есть и персонажи, откаты, правда, кончились. Но сейчас мы будем с тобой драться без помощи Леонардо. И возьмем с тобой Егора. Так, у нас с тобой раз, два. Блин, тут нужен хороший боец. Так, Зек, чтобы замедлить команду. Армагон, скорее всего, пойдет у нас на добивку. И... нет, 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 Крис, подожди. Донателло, что ли? Нет, Рокзара возьму. Почему Рокзара? Потому что он быстрее всего сразу встанет в провокацию. Он будет, по-моему, даже первым сам ходить у нас. Нет, Зек будет первым, да. У Зека я уже запомнил, инициатива довольно крутая. Вот теперь встает Рокзар. Дальше бомбит Армагон, и я надеюсь, что он всех их шлепнет. Хотя кто-то выживет. Нет? Да, недооценил я, конечно, немножко Армагона нашего. Как ты видишь, с одного удара все упали. Практически как Леонардо. Может быть, действительно, прикинь, его прокачать до 100 уровня. Как он будет там бомбить? Наверное, божественно. Так, и у нас с тобой 4-я позиция. И еще у нас много персонажей, поэтому хорошо сегодня мы продвинемся. А здесь мы будем выбирать с тобой Александра. Так, Шурик, значит, ты у нас, да? Тут максимальный уровень 61. Это практически мы на равных сейчас будем выступать.
И возьму-ка я, наверное, сюда Донателло и плюс Карачку мне хочется взять сюда. Так, у него есть хиллер, есть массовики и усилятели. Ну, усиливает атаку. Что будем делать? Давай, наверное, Змейкобьюна еще возьмем. У нас с тобой, кстати, тоже неплохая команда. Очень много массовых атак. Правда, сами атаки по себе будут очень слабые. Так что, ну, конечно же. Ну, конечно же, Майки начинает свой выпендреж. А мы бросим паутинку. Так, меткость понизили. Шикарно. Попробуем еще замедлить их. Вообще круто. Ну-ка, давай-ка так сделаем. Да что ж такое-то? Никто не падает. Ну, добивай Дони их всех. Есть. Слушай, у нашей команды вообще была крутая инициатива. Мы даже не дали врагу, грубо говоря, сходить. Ну, там единственное, что Микеланджело сделал баф на свою команду. Ну, а мы с тобой перешли уже, как ты видишь, всего на 3 звезды и 87-я позиция. Где-то еще боя 2-3 у нас с тобой будет. То есть хорошо продвинемся. Так, ну, покупкам рулит здесь Алекс и Глеб. Ну, я возьму, наверное, все-таки здесь Глеба, потому что он будет послабее. Что-то я переборщил, да? 2-3, говорю, боя. Не 2-3, поменьше. Так, берем с тобой Усаги. Берем сюда, наверное. Майки. Слушай, как ты думаешь, если я возьму, например, 43-й и 41-й уровень? Наверное, это будет очень плохо, да? Это критично для нас. Так, Усаги будет ходить первый. Потом, нет, наверное, Майки будет ходить первый. Потом Усаги, потом Карайка. А вот в этот момент, если эти ребятулечки хотя бы ход сделают, а сделают 100% вот этот Микеланджело, то наш Рафаэль и Леонардо, скорее всего, отдуплятся. Перестраховываться, что ли, нам, а? А кем? Брать Рафаэля? Ну, тогда у нас не получится еще одного боя. Ладно, я рискну. Я рискую очень сильно, кстати. Смотрим. Блин, уклонение. Ну ладно, давай сделаем уклонение. Хотя лучше, конечно, надо было бомбануть. Так, Усаги, давай, родной. Покромсай их и повесь постепенно урон на каждого, пожалуйста. Слушай-ка, все не так плохо на самом деле. Смотри, мы бросаем с тобой кунаи. Минус 2. Оу! вот он постепенный урон от Усаги, что творит. Видишь, какие чудеса, они все упали. А должны были ходить. Ну что же, и мы с тобой перемещаемся на 66 место. И последний у нас с тобой бой. Так, наверное, возьму я... Хотелось бы, конечно, вот этого взять, ноунейма. Но тут очень-очень большой риск сфейлиться. Поэтому беру Андрюху. Раз, два, три, четыре. Вся надежда на Рафаэля, на его провокацию. Так, кто у нас здесь? Слушай, если мы Рафаэля поставим в провокацию, в принципе, нас здесь никто не сможет пробить. Если успеем. Потому что здесь массовых атак нету. Так, ну что? Защиту сделать. Давай защиту для начала, чтобы Кейси Джонса прикрыть. Все, друзья мои. Все шикарно. Рафаэль встал в стойку. А это говорит о том, что нас уже здесь никто не пробьет. Так, и добиваем, скорее всего. Кул. Смотри-ка, отыграли просто идеально с тобой арену сегодня. Никто у нас не упал. Все четко. И мы с тобой на 45-й позиции. То есть, грубо говоря, мастер Лига Мастеров у нас уже в кармане. Можно будет еще вечер, наверное, серийку снять, да? И все будет четенько. Ну что, а мы с тобой переходим на испытания. Испытания сегодня я буду проходить а Дони. Да, именно испытание Дони. Вот этот мне нужен. Ну что же, как мы помним, персонажи у меня здесь не очень хорошие, да? Особенно Бакстер, Муха, ну это вообще никуда не годится. Но для первых, вторых, третьих волн он еще пригодится, да? И для дальнейших. Ну а дальше вот будет тяжело. Наверное, нам придется от него отказываться, от Мухи. И продолжать как-то вот этими ребятульками просто играть.
Кто у нас? Ну, Тимати еще немножко продержится, да? Наверное, до эпизода 4. А уже на 5 эпизоде, наверное, оставим с тобой Бакстера, Тигра и Железноголового. Скорее всего, будет именно так. Ну, первый эпизод, ты сам понимаешь, он самый легкий, поэтому тут даже не обсуждается. Ну, зато мы получаем с тобой ДНК на Донателло фильм. Это тоже неплохо. Кстати, Донателло фильм вообще нам нужен? Вот этот не нужен. Это понятное дело, он у нас прокачан, и все, как говорится, тип-топ. Ну что ж, 25 уровень здесь у противников. Думаю, по бринкам сейчас тоже так же разберемся с ними, со всеми, да? У нас с тобой три массовые атаки есть. Это у Железноголового, да, у Шархана и у Бакстера Стокмана. Даже не три, а четыре, потому что у Стокмана их две. Это Волна и Маузера. Так, ну что же, пока, родные, быстро с тобой прошли второй эпизодик и, соответственно, направляемся на третий. А Донателло, который нам нужен, он, по-моему, находится на 5 эпизоде, да? Тут Донателло видение, тут ролевой, да, на 5 эпизоде. Ну что же, 35 уровень. Опять же, еще это все терпимо. Муха еще наша выдерживает. Она, наверное, и 4 эпизод, скорее всего, потянет. Так, минусанули. Дальше мы с тобой переходим сюда. Так, кто у нас там? Бакстер Стокман уничтожает их всех. И на третьей последней волне Железноголовый применяет свои ракеты. И они тоже все падают. Все, как говорится, по написанному играем. Ну что же, двигаемся с тобой на 4 эпизод. И, кстати, Донателло видение, да, тоже неплохой чувачок. Неплохой провокатор, довольно сильный персонаж. Так же, как и, в принципе, Донателло ролевой. Мне он нравится. У него есть массовая атака, он хиллер. Но прокачивать его очень тяжело, потому что ДНК фиг найдешь. Так, крысы упали. А здесь у нас, ага, шайка-лейка. Давай маузерами их бомбанем. Тут особой роли не играет, что волной, что маузерами. Так, и вот тут последняя команда, которая тоже сейчас упадет. Все, ребята. Ну что, наверное, на 5 эпизод мы с тобой пойдем без мухи. Хотя сейчас посмотрим, какой там уровень. По-моему, будут 50-е, если я не ошибаюсь. Донателло ролевой. Так, 5 эпизод. Оу-оу-оу, 55-й. Да, без мухи, ребята, без мухи мы с тобой пойдем. Потому что, ну, можем просто ее лишиться. Ну что же, начинаем. Так, шарханчик стреляет. Видишь? Они уже не падают. Как я хотел. Маузеры, естественно, сейчас добьют их. Тут уже 4 волны причем. Так, сейчас будет у нас Железноголовый. Слушай, давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем. Не буду я тратить здесь ракеты. Они нам еще пригодятся. Удар-то какой-то слабенький. Так, минус. Давай, наверное, просто так вот бомбанем. Этих мы разбираем с полтыка. Ну, потому что они 80 уровня, естественно, ребята. Они разбирают полтинники, только шорох. Переходим с тобой на третью волну. И сейчас уже будем, наверное, применять остальные массовые атаки. Это у нас у Бакстера Стокмана, естественно, волна. Так, ракеточки мы с тобой придержим, да, от Железной головы для следующего раунда. Так, добили. Так, вот он, этот Донателло. Упадут они все, как думаешь? Упс, не упали. Так, валяться. Дуни, валяться. Ну да, все, тут побед будет за нами. Ничего они нам не сделают. Ну и мы с тобой, конечно же, получаем именно ту самую ДНК, ради которого я сюда, в принципе, и отправлялся. И будем с тобой дальше апать его. Так, Донателло классический. Шикарно. Я вот думаю, стоит ли нам на 6 эпизод идти. 65 уровни. Если я уберу Тимати и Тигра, ну это получится бардак на самом деле. Ладно, я рискну. Я все-таки рискну пойти. Ой, грибы, ё-моё. Почему они такие мощные? Почему у них такая большая инициатива? Они всегда ходят первыми. Так, ну Тигр их не завалит. Да, Стокман. Вполне. Жалко, конечно, что я потратил волну. Надо было, наверное, маузеров выпустить. Так, опять гриб. Ну-ка. Нормуль.
Третья волна. Да чтоб тебя, тут грибы везде эти, а? Блин, а мне не прикрыться никак. Если я сейчас встану в стойку, меня разберут. Верно? Верно. Поэтому дай-ка хотя бы, наверное, накачу одному грибочку. Ну, неплохо. Так, тихо. Да ты хиляет, да? Слушай, может быть, его попробовать вот так вот бомбануть? Мне бы маузеров бы вызвать. Ай-яй-яй, где маузеры мои? Давайте, ребята, потрудитесь на благо. Чётенько. Так, надо было провокацию взять, да? На железноголового. Ай-яй-яй, Тимати напал на своего брата-близнеца. На тебе. Зашинкуем. Да чтоб тебе, а? Получи. Так, а вот на четвертой волне, конечно же, большая опасность. Нам нужен... Вот, ребята, вот что нам нужно. Замедлили. Дальше сделаем с тобой крит-атаку. И начинаем потихоньку. Кто тут у нас? Начнем с Дони, которого у нас именно... Так, погоди-ка, надо его уничтожать. Да ладно, а так если... Все, хиллера у них больше нету. Так, это у нас провокатор, надо тоже его накумарить. Да. Ну это вообще никуда не годится. Что это? Чё? Блин, контратаку, ребят, повесили. Блин, железноголовому. Да ну хорош. Разбуянились, ты посмотри, а. Так, уничтожишь? Угу. Ну зато защиту снизили. Так, упал. Этого лучше не трогать. Дони Космос. Ну давай Дони Космос попробуем шваркнуть. Пс, что это за удар нелепый. Ой, сейчас тигру достанется от этого. Ай-яй-яй. Блин, мне бы сейчас волну бы не помешало. Вот, вот она волна. Нате, так, этот упадет. А, все, добиваем, друзья мои. Фух, пужанулся маленько. Ну что же, как ты видишь, на 3 звезды. На следующее испытание я не пойду. Я не хочу, ребят. Нас там распишут. И, кстати, да, Донателло оригинал тоже неплохой ДНК. Но вот здесь вот, блин, ну ты сам посмотри, 75 уровень. 75 уровень. Не, они нас расчекрыжат буквально сразу же. Даже суваться туда не буду. Так, ну что? Вот он, красавчик. Так, 5000 мутагена нам нужно. Конечно же, развиваем, ребят. Получает он 4-ю серебряную звезду. Ух ты. Техническая поддержка. Хитроумные устройства от Донателло обеспечивают дополнительную защиту его команде. В начале хода с вероятностью 10% будет усилена защита союзников класса техника на один ход. Техника, отлично. Ну что же, ребята, я думаю, это достойно. Конечно же, все это будем с вами прокачивать потом, в дальнейшем. Так, вначале мы обменяем с тобой сюрикенчики. Так, а в магазине мы с тобой смотрели, ничего там нету, да, по-моему? А, нет, ребятушки, нет, я ошибаюсь. Смотрите, 5 ДНК у нас есть на Донателло фильм. Конечно же, берем. Так, 59. И все, пока жетонов у нас нету. Этих тоже у нас нету. На следующую серию, может быть, на вечерок мы с тобой оставим космические странности. Тут у нас как-то видишь череп... А, кто у нас из персонажей будет доступен? О, друзья мои. Ну, ты понимаешь, да, что космические странности будут пройдены полностью. У нас с тобой тут фул имба. Им тут вообще шанса не будет на выживание, вообще не будет. Даже Армагошу запилякаем. Но это уже будет, наверное, в следующей серии. А на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.